Привет! Сегодня последняя часть обзора на скетчбук. Это Сони и Феникс, моему фанфику. Галка, птица семейства Врановых. Краснозобая казарка. Это папа заказал рисунок Эму. Дальше это самец чудной райской птицы в брачном наряде во время танца. Тоже Сони просто куда-то идет. Это воробьиная пустельга. Красивая птица. Это Сони в виде летающего традона. Я решила вспомнить, как он вообще рисуется. Дальше идет такая птичка. Рыжий печник, печник. Обыкновенный ремес. Самка, самец, молодая птица. Просто неразлучник на ветке. Большой подорлик. Тукан Ариэль. Очень красиво у него расцветка. Мне она прям очень нравится. Мой персонаж Златояра. И еще один рисунок с ней. И тут лапы, голова и маховые перья раскрашены маркерами. А на этом все. Скетчбук подошел к концу. Всем спасибо за просмотр и пока.